конечно, мы не озвучили еще одно желание, пожалуй, большинства всех работников, это подняться максимально высоко по карьерной лестнице. Сегодня 16 октября в ряде стран отмечается День шефа, или как его еще называют, Национальный день босса. И как раз уж такое дело, то почему бы нам не поговорить о том, какие способы максимально действенные, чтобы по этой самой лестнице-то и подняться. Обсудим это прямо сейчас. У нас в гостях психолог Александра Морозова. Александра, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Перед тем, как мы перейдем к основной части, мы предлагаем вам посмотреть небольшой материал наших коллег. Они вышли на улицы Тюменские и задали вопрос. А что, собственно говоря, жителям нашего города мешает стать начальником? Давайте посмотрим ответ. Вы хотите стать начальником? Зачем мне эта ответственность? Мне и так хорошо. Мы и так задачи решаем, да, серьезные. Вот. Но если в должности начальника работать, то придется больше на заседаниях время проводить, чем работать. Компетенции не хватает, поэтому работаю, учусь, ну, смотрю, как руководитель какие-то шаги делает. Я скоро буду. Да, прям чуть-чуть осталось, прям подсижу его. Вы хотите стать начальником? Зарплата, если бы была хорошая, я бы еще подумала. Высшего нет. Без ЕГЭ никуда, выпускник 11 классов, как бы сейчас, открыв ЕГЭ, как бы, ну, особо, ну, понимаете, школьную программу спустя столько времени вспомнить. Мы работаем над этим в ближайшее время. Не знаю, чего не хватает. То есть причины весомые озвучены, да? Или просто у нас горожане такие какие-то скромные? Мне кажется, скромные наши, да? Нет, ну вообще первая причина мне понравилась больше всего. Ведь правда, я предлагаю задуматься, прежде чем ставить перед собой такую цель, стать начальником. И нужна ли мне такая ответственность? И более того, нужны ли мне те функции, которые выполняет начальник? Потому что я могу быть идеально в своей роли исполнителя, но как только я становлюсь руководителем, да, мне уже нужны совершенно другие компетенции. Однако в любом трудовом коллективе есть те, которые хотят повышения и хотят занять это место босса, как один мужчина сказал. И знаете, здесь все средства хороши, поэтому мы взяли самые популярные способы добиться повышения на работе и засняли небольшие видеозарисовки. Прямо сейчас давайте посмотрим первый видеоролик. Татьяна Николаевна, здравствуйте, я к вам. Здравствуйте. Знаете, я к вам с таким разговором, ну, с одной стороны, неловко как-то даже, но, знаете, вот я вам хотел давно сказать, вы уникальный руководитель, вы так все продумываете, то есть у вас такие морально-волевые качества, знаете, но боготворит коллектив, я в частности, я восторгаюсь, знаете, если вот наша компания, это корабль, вы адмирал, я просто в приятном шоке, знаете, вот. Но вы... Ну, если мы говорим о таком откровенном подхалимаже, то только в случае, если руководитель совершенно не фильтрует речь сотрудников. А и такие руководители, я думаю, тоже найдутся, есть. И если вы изучили своего руководителя и знаете точно, что он падок на лесть, то можно пробовать. Но я хочу сказать, что эта стратегия как одна из... комплекса мер по повышению своего положения на работе может в разумных пределах быть очень адекватной. То есть, что я имею в виду? Что комплименты делать, это, в принципе, неплохая тактика выстраивания качественной коммуникации с кем угодно. С коллегами, с руководителем, с кем угодно. И поэтому, пожалуйста, комплименты, да, подхалимаж, ну, нужно быть осторожным. Мне всегда вот интересуют таких вопросов. А люди-то понимают, что к ним вот не просто так вот им говорят? Именно, понимаешь, уже какой комплимент? Еще Ларри Кинг говорил, что ты можешь сказать, какой у вас красивый галстук, а ты можешь сказать, я хочу, чтобы мой сын был похож на вас. Понимаешь, то есть, вот, то есть это очень небольшое значение. Это первый комментарий. А второй комментарий, у каждого человека свой порог восприимчивости к лести. Вот поговаривают, что те, кто львы по знаку зодиака, те... Те вообще не фильтруют. Их можно хвалить, хвалить, хвалить и получать от них все, что... Повышаю, повышаю. Ладно, давайте перейдем ко второму примеру. Таковые тоже есть. Посмотрим. Татьяна Николаевна, а вы знаете, что Лариса Георгиевна бумагу ворует из принтера? А знаете, из чего? Из вашего. Я вообще еще очень много что знаю. Я могу быть очень полезен. Подумай об этом. Ну, как потрясающе справился с ролью. Я захаживаю к начальству. Как говорят в простонародье, стукач. Да. Да, человек, который доносит что-то. Тактика подлая.
А таких любят начальники? Вы знаете, я тут делю сейчас модная теория поколения X, Y и среди руководителей в том числе. Uh-huh. И вот если говорить о поколении X, то есть более старой закалки, они еще могут руководствоваться принципами, когда не очень доверяют своим сотрудникам. И поэтому для них такой персонаж, который может выступать для них, ну, как вы говорите, стукачом, а, как я могу сказать, осведомителем, в некоторых нюансах, может быть полезен, и они могут верить в это. Они могут верить в то, что такой человек им действительно нужен. К тому же у вас очень гротескно показана эта роль, а люди, которые ее выполняют, не очень грамотно все делают, они же очень грамотные манипуляторы. Они же неспроста между делом, да? Они же неспроста стали такими, они знают, что это работает, поэтому... А стукачи повышаются по работе? Мне кажется, они хорошие, как бы, такие помощники, но... Мне кажется, вот... это хороший инструмент руководителя контролировать процесс и знать, сбегай, что происходит в коллективе, да. Да, я думаю, что чаще всего стукачи все-таки делают это не для того, чтобы повыситься, а для того, чтобы сохраниться. Mm-hmm. Из такой больше, из желания, чтобы их никто не подсидел, не турнул. Да. За свое место. За свое место. Давайте перейдем к третьему видеоролику. Давайте. Татьяна Николаевна, буквально пару вопросов, потому что проект практически уже доделан. Какие вопросы, Андрей Сергеевич? Время 6 часов вечера. Все уже домой ушли. Вы знаете, все могут идти куда хотят. Я вечерую, вы это знаете прекрасно. Я иногда беру работу на ночь, поэтому этот проект я намерен доделать. Мало того, я хотел, вы знаете, что попросить? Ну, может, еще есть парочка каких-то свободных проектов? Я просто готов их взять. Ну, я подумаю, подумаю. Вы подумайте, а я тогда можно пока Синицынский еще проект возьму и доделаю, хорошо? Ой, Андрей Сергеевич. Вот это как раз, мне кажется, уже более-менее такая действенная схема, как мне кажется, по крайней мере. То есть речь о трудоголиках, речь о том, что ну, как-то продемонстрировать свою вот эту работоспособность. И вот тут, внимание, вопрос. Трудоголик или имитатор бурной деятельности? Вот я делю, хороший во-первых. Вопрос. Да, потому что имитировать бурную деятельность и говорить о том, что я готов, я работаю, вот смотрите, вот я это делаю, это делаю, это делаю. Это неплохая стратегия. Вообще, в принципе, признавать свои заслуги и уметь их демонстрировать, ну, может быть, не очень явно там, но, тем не менее, уметь признать, что да, я чего-то стою, я это делаю, я много чего тяну, и, в общем-то, поэтому заслуживаю, возможно, повышение зарплаты или повышение должности. Вот. А если мы говорим... А трудоголизм как заболевание, то стратегия-то это хорошая. И, скорее так, всего... заболевание это как? За кого в кавычках? Ну, то есть трудоголизм это бич современного общества. Люди перестают уделять время семье, перестают уделять время себе, забывают про свои чувства. И, вы знаете, среди моих клиентов много трудоголиков, которые работают с этой проблемой как проблемой. И это, конечно, стратегия для повышения хорошая, но я бы задумалась. В таком случае давайте перейдем к четвертому примеру. Я бы сказала, к пикантному. Ух ты, не пугай. Татьяна Николаевна, а вам говорили, что вы очень красивая? Вы знаете, у нас есть неподалеку один ресторан, и мы могли бы с вами, так сказать, обсудить мое повышение. Как вы на это смотрите? Ну, не очень, Татьяна Николаевна, судя по всему, на это смотрит. Задумалась. Я правильно понимаю, что если мы перевернем ситуацию, и в случае мужчины-руководитель и женщины, которая пришла, это может сработать? Ну, такие ситуации, в общем-то, не секрет, что существуют и в такой конфигурации. Это возможно, почему бы и нет, если мнение руководителя решающее в этом вопросе. Единственное решающее, да, мы не говорим про корпорации, где кроме его мнения существует еще ряд препонов к тому, чтобы повысить, вполне такое возможно. Опять же, да, если делать это более грамотно, менее, может быть, явно, люди пользуются этой стратегией. А дайте совет, как добиться повышения? Вот на ваш счет, какие нужно соблюдать правила и как нужно действовать? Ну, я обращаю внимание на то, что когда мы говорим о повышении, здесь есть три участника в системе. Я, как человек, который хочу повышения, сама система, которая существует, и руководитель, который надо мной, который принимает решение так или иначе. И вот я, прежде всего, должен определиться, действительно, надо мне это или нет, хочу я этой ответственности или нет, и какими компетенциями я обладаю, и вообще зачем мне это. Ну, допустим, я хочу. Дальше допустим, я хочу и обладаю достаточным, считаю, что считаю достаточным пакетом компетенций. Тогда я смотрю, чего требует от меня система. То есть в системе есть какие-то правила и нормы, и это может быть даже то, как люди одеваются,
даже то, как люди разговаривают и на каких машинах они ездят. Вполне возможно, что проблема в этом, потому что одна из моих клиенток получила повышение после того, как элементарно поняла, что она не очень одевается. Она считала, что она станет начальником, потом переоденется. А нет. Оказалось, что ее не повышали, потому что. Второй момент – это сам начальник. И тут мы уже смотрим, на что обращает внимание начальник. Все-таки ему нужны мои компетенции, я там, может, за компетенциями вся такая классная, все умею. А начальнику нужно действительно, чтобы я ему периодически сведения доносила на каких-то своих подчиненных. Все индивидуально. Конечно. И если мы будем изучать систему, в которой находимся, ну, более-менее внимательно к ней хотя бы, то мы очень быстро заметим, что требуется системе, каких людей чаще повышают. И тогда уже вот, да, качать свои компетенции, навыки, улучшать свой внешний вид, может быть, речевые. И еще один момент очень важный. В современном обществе больше уделяют внимание так называемым мягким soft skills, то есть это... То, как человек выстраивает коммуникацию, то, как он руководит, то, какой он в социуме, в обществе, умеет ли он презентовать себя, презентовать компанию, чем даже каким-то базовым навыком. То есть человека, который, например, знает как, но плох как личность, плох ставлю в кавычки, меньше вероятности, что повысят, чем человека, который может научиться, но при этом очень развит как личность. Да, кстати, это очень хорошее. Ну и никто, естественно, не отменял повышение профессиональных навыков, никто не отменял проявление инициативы такой здоровой, что я могу, знаете, дайте мне возможность попробовать, я могу себя хорошо зарекомендовать, главное, без фанатизма. Ну а наше сегодняшнее видео, зарисовки, я думаю, они в большей степени являются такими некими комическими видеопримерами того, как делать все-таки, наверное, не стоит. Не надо. Огромное спасибо за встречу, ждем вас снова. До свидания. До свидания.